Я тут пришел вот человека купить пиццы. А что тут все, блин, скупили? Тут что, голодовка будет? Напоминаю, что сегодня день пиццы, так что отправляйтесь в столовую, чтобы ухватить себе горячий кусочек. Ты врешь, там нету ни хрена, там нету пиццы. Урод только что сказал по мегафону, что там пицца есть, я пришел, нету ничего. Там даже кебабов нету. Вообще. Пойдем, может, сами сделаем. Так, а какой, насколько там ставить, чтобы... Я просто никогда не понимала, как это варить до готовности. Не знаю. Мы не повара. Ну да, непонятно что-то. Как тут начать-то все? Жирный все съел, базаре. Это он всю пиццу скупил, урод. Жирный, ты нафига всю пиццу скупил в кафетерии? Потому вкусно было, понимаешь, вкусно. Да блин, что вкусно, нам теперь что жрать-то? Мне только одна бутылка колы есть, и это все. А ты кто еще такой? Шучок. Ой, знаю я этого деда, лучше от него подальше держаться. О, давай, 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 шашлык. Спасибо. Не-не-не-не, мы против алкоголя. Повар появился, народ. Повар появился. Пойдемте жрать купим. Слышь, не понял, только что был. О, повар, дай пожрать, жрать хочу. Есть, кушать. Дай водки. Дед, блин, отвали от повара, тут не алкашный магазин, тут не красное и белое, вали отсюда. Я первый занял. Да, мне, пожалуйста, картошку большую, и пиццу, и этот, и большую колу. Ага. Пиво дай. Блин, дед вообще охренел. Получишь ты пиво потом уже. Дождись Нового года. Да, Новый год все пиво припрятан. Ого, вот это кебабище. Дамочка, ну вы-то куда? Старый, ты не там пиво покупаешься. Чур все жирный оплачивает. Да, ну вы совсем охренели. Только кашку кинул. Блин, тут началась борьба за варевок. Попрошу вас выйти с тренинга класса. Оба. Ладно. Пошли. Да сейчас дайте открыть только. Я первый пришел. Я понимаю. Да, я пришел. О, раз. Правильно жирного завалил. Он больше всех жрал. И голодовку мы решили. Слышь, ликерный. Дед, иди сюда, мне есть бухло. Иди сюда. Это водка, базарю. Как понесло. О, все. Дед успокоился. Почему от него осталась какашка? Зачем ты ее забрал? Охранник, можно вас на секунду? Я хочу, так сказать, сделать донос. Можно? Пройдемте. А на сервере URF по промокоду AMSERG вы сможете получить офигенный бонус в виде кейса с крутыми подарками. 12500 бачить. Да нахуй мне этот YouTube теперь нужен? Ах да, ссылка на проект будет в описании. Там жирный, короче, всех объедает. Он вообще всю еду скупил, что было, все съел. Мы скоро так с голоду сдохнем. Вот он сзади там стоит, там, блин, печеньки свои ждет. Мудила. Сейчас жирно мочить будут. А, и он уже умер, да? Я так понимаю, от передоза холестерином. Ну, все, наконец-то можем пожрать нормально, так сказать. И голод... Блин, он обратно пришел. Его сожрение. Глушим его. Его самого на шашлык пустить можно. А давайте петуха пустим на курицу. На это, на шашлык. Так, парни, давайте устроим как бы революцию. Давайте устроим революцию, а? Давайте, тогда со мной, на главную площадь. Давай, давайте все на главной площади, значит, устроим революцию. Бунт, бойкот. Мирный протест. Революцию, так, все достали оружие, у кого есть ближнего боя, так сказать, палки, дубинки, сковородки. У меня огнестрелка есть. Пойдем, все, вперед. Правда, один станковый пулемет. Наша вера сильнее станковых пулеметов. Д2, ты попал, не имеешь права участвовать в бунте. Избегать тоже. Я перерос себя уже. Ладно. Давай, шмаляй. Бунтуем. Там, по-моему, свояк едет, он, оранжевая рука. Свой, свояк, пошли, бунтуем. Бегите. Ой, блин, я ничего. Ладно, братан, мы тебя бросим. Прощай, извини. Попался под горячую руку. Сзади! Нам немного продержаться. Все, поехали. Пошел. Ключи. Все,
Все, смотри, смотри! Смотри, чтоб не переключили обратно. Еще включай, еще включай. О, за нас доктор, лаборант. О, да, 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 да. С нами крыса убежала. А, это попугай, извиняюсь. Попугай, блядь, ёпт. Я извиняюсь, не хотел пернатых обижать. Все, скорее ко мне на хату, на вписку. Сейчас, короче, переоденемся. Блин, я в розыске. А у тебя розыск, ты не можешь пока. Да я это... Блин, а что такой петух сведущий? Прям все знает. Я пережил ядерную бомбу. Сейчас, понимаю. Я эвакуировался вместе с Эпсилоном, я все знаю. Так ты носитель секретной информации. Я говорю, я после того, как умер, ой, выжил, блядь, я начал быстро бегать. Я вон, пугай быстрые ноги. Оно видно. Добрый день, мистер Петух, вам открыть дверь? Хаус, ёпта. Да, давай ты будешь моим петухом. Хаус, ёпта. Давай мне на плечо. Давай, садись, садись. О, нормально, все. Мой личный петух теперь. Пошли. Ну да, хаос. Скажи, хаос круто. Хаос круто. Слушай, а он нас спалит, если он так будет орать. Фонд лох. Ты про хаос только не говори ничего, ты нас спалишь, понял? Говори там фонд. Фонд. Хаос лохи, фонд круто. Да-да-да, вот это и говори, хоть и обидно. Крутой петух, нужно ему сейчас пшена найти. Грабим, эту, цитрамон. Круто. Сейчас аспирина награбим. Ты зачем мы медблога набежим? А мы тут, ну, голова болит, решили аспирина найти, цитрамона. В смысле своровать или что? В смысле своровать? Ну, просто тут доктора нету, как бы сами возьмем, деньги оставим. Тут все построено на честности, понимаете, как магазин без продавца. А где наш петух? Говорить да, давно, кстати, у меня. А ну-ка, скажи, хаос круто. Точнее, хаос этот стой. А, фонд круто. Хаос плохи. Во. Фонд круто. Во, слышал, что мы его научили? Петух, ёпта. Так это попугай. Ты что, дурак? Что, я с попугаем петух, бы ходил ёпта. По комплексу? Это петух? Петух, ёпта. Петух, ёпта. Петух, ёпта. Да он сам говорит, что он петух. Какой это попугай? Так это вы его научили. Да ничего подобного, он с самого начала говорил, что он петух. В смысле, нет, это попугай. Что бы я с попугаем по комплексу ходил? Я что, дурак, что ли? Ну, я ж правильно понимаю, да? Это вы его нашли, значит, вы его научили. Мы нашли его, он уже говорил, что он петух. Как бы я ж не буду спорить с петухом, то что он не петух. Ладно, друг, держи семечки поклюй. Да ты чё, совсем дурак, что ли? Мина, семечки. Ёпта, мина, ёпта. О, смотри, сразу понял, что мина. Ой! Беги, 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 открывай, давай, 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 побегали, побежали, побежали. Не оглядывайся. О, ты тоже затариться пришел у дилера. Ага. Ну чё ты там накупил? Как тебе цены? Знаешь, я у него весь этот скупил ассортимент. Мало, да нам нужно получше найти. Он нифига, золотой дигл. Ты шо, румын? Алло, вы чё, сбегаете? Нам вроде бы туда наверх надо. Просто уже был, там нечего делать, там огромная синяя зелебоба с зубами бегает, всех жрет наверху. Да не, это только стать хаосом и спасти всех остальных. Ну давай, давай, попытаемся как-то пройти через нее, пойти за хаос. Блин, тут пожар, чел. Еще будут тащить, наверное, надо уходить. Убегай, 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 убегай. Давай, давай, вали, 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 вали вверх. Давай, давай, давай. Бежим, не осматривайся. Не знаю. Толик, не спусти. Ой, блин, не лезь сюда. Чел, тебя потушить? Да еще огнетушитель найду, так отойди. Вот жопа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.